Друзья, доброго времени. Хотел бы прямо отсюда поделиться словом. И это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Апостол Павел говорит, что мы, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, праведности и шлем надежды спасения. Для нас очень важно вот иметь на самом деле шлем. Как бы то ни было, но для нас очень важно, чтобы никакие вот эти стрелы, чтобы ничто не поразило наш разум, чтобы мы не отвлеклись на какие-то временные вещи, но все-таки, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что наше спасение на небесах, и надежда – это как якорь, закинутый уже на небеса, это то, что является нашим спасением. Я не понимаю людей, которые ездят на мотоцикле без шлема, которые ездят на лыжах там без шлема, потому что я уверен, что нам надо заботиться о своей голове. И то же самое в духовном плане. Нам нужно заботиться о нашем разуме, нам нужно защищать его, чтобы мы на самом деле в большей степени созидали нашу жизнь на вечном спасении. Пусть Бог благословит вас, никогда не теряйте этой ценности. Пусть вот этот духовный шлем, он всегда будет на вашей голове, неважно в какое время суток. Бог да благословит вас, ваши дома и семьи. Аминь.